Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Там есть несколько новиночек, но они чуть ниже будут. А давайте посмотрим сверху, что у нас тут вообще добавили в магазин. Так, опять вернулся пульсарчик. Вот странно тоже. Иногда показывает как бы со скином рюкзак, иногда нет. Ну, ладно. Как есть, так есть. Ну, в принципе, довольно-таки прикольный скинчик со своим рюкзачком. Кирочка, которая очень классная. И звук удара, и выглядит вообще прикольно так. Разлом, оберточка, ну... С анимацией такая, в принципе, ничего. Ну, сейчас, конечно, может и покруче есть какие-то, ну... Хотя тоже она довольно-таки неплохая. Китти со своими стилями. Получается, у нее 4 стиля просто по цветам. Потом можно снять капюшон. И, соответственно, без капюшона. Ну, в принципе, почти то же самое, только на голове немножко поменялось. Рюкзаки. Тоже несколько цветов. Ну и, соответственно, еще есть встроенная эмоция. Кошачий топорик, тоже 4 стиля. Ну, цвета вот ручки меняются здесь вот рисунок. В принципе, ну еще здесь внизу брелочек. Так, что у нас опять сновидения вернулись. Видовой сновидец. Но они, в принципе, все на одно лицо. Так, а сколько у него стиля? А, у него 3 стиля и плюс еще с маской, без маски. Капитан Лежебока. Сержант Соня. Ну, их 5 чуваков. Полковник, полуночник. Так, и вот наборчик есть. Команда мечты. Глубокий сон. Подушечка такая. Синтепон. Ну, кирка, не знаю. Ну, не знаю, вот это на картошеньке не очень-то похоже. Больше такой, знаете, на пенипласт какой-то покрашенный. Мне из этого набора, то, конечно, понравилось вот крылатое одеяльце, да, и вот это вот кофе на вынос. Оно еще есть со стилем в один стаканчик. Остальное так себе. Вот как раз по отдельности можно было что-то купить, я вот по отдельности купил 2 вещи. Остальное мне не очень-то зашло. Так, ну что, Погром еще вернулся в магазин. Тоже у него несколько стилей. 2. Яростный и обычный. На рюкзак нету стиля. Как бы он как вот с первого был, так и остался. Так, мишень. Некоторые киберкотлетки бегают тут в этом стиле, я заметил. Ну, кто-то старый еще. Так, вот как раз новиночка. Ретро драйв. Музычка. Включите музыку и вспомните былые времена. Ну так я прислушался, ну, чем-то прикольненько. Надо полностью потом послушать просто. Хотя смысл полностью, вот она, кажется, опять. Как эмоция, как было, типа, пластиночка начинает немножко замедляться и как бы так, как зажел, типа. Ну, чем-то прикольненько музычка, да. Саксофонист эмоция. О, опять аэробика вернулась. Она недавно довольно-таки была. И опять ее добавили в магазин. Ну что, раз ее добавили опять, значит, она то хорошо продалась. И решили ее опять добавить, посмотреть, как черт продастся. Так, пингвинный шаг за 200.
Так, набор Beast Boy'а, Эпицентр. Так, так, а набор еще был, да, убрали его один, да, думал, что-то, вроде было, вот эти ходячие мертвецы, думал, что-то, думаю, не хватает в магазине. Ну, да, все, значит, закончилась у них акция. Так, и вот сегодня добавили новый наборчик с испытаниями, каменный взор. 719 рублей стоит. Так, входит, что у него скинчик с двумя стилями. Вот, лира, либо гремучая лира. Ну, я не сказал, что он плохо, этот скин, да, но, не знаю. Я, наверное, скорее всего, не буду покупать. Голова Джонси. Типа окаменела от ее взгляда, и потом все, он ее срубил. Кирка, змеиный посох. Гаденыши еще шипят. Не знаю, я как бы змеи не очень люблю, мне как-то противно они, так что, честно сказать, вот нисколько не привлекает меня скин. Так, ну и испытания, ну там, скорее всего, опять какие-нибудь там нанести урон, сделать убийство. 1500 V-Bucks можно заработать. Или же, выполняя вот эти ежедневные задания, как бы, получается, потом V-Bucks получится, сказать вот это. Да, выполняя ежедневные задания, получается... Постепенно будет 1500. Ну, не знаю, по мне так такой набор, что такой средненький. Голова Джон всегда прикольная, ну, сам скин вроде такой ничего, но вот кирка мне вообще не понравилась, и вот ее прическа тоже не очень. Так что, как бы так. Ну, ладненько, вот такой вот на сегодняшний день магазин. Поддерживаем тык автора, поддержка это приятно. Ну, так, спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Все, всем пока-пока.